Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. Закаленные в бою, мы продолжаем проходить спецмиссии Ящик Вечности, часть 2. Разделяй и властвуй. И вторая миссия — Машина. Боссом у нас здесь будет Немезис Прайма. Ну, видимо, коль ученый решил собрать всех абсолютно Праймов без исключения, то... Наверное, надо все-таки еще и Мегатронуса, скорее всего, вызвать. Или даже нет, остальных праймов из других вселенных. Я имею в виду про тех 13 праймов. Если я все правильно понимаю, мы доверимся старым врагам, чтобы остановить убийцу миров? Что ж, это в духе праймов. Это не в духе праймов! Это в духе множества праймов! Внимательнее! Смотри! Это целый зал зеркальных праймов, дружище. Все наши надежды зависят от этих двоих? Ну, их невозможно по-настоящему осквернить. Их искры чисты. Но они служили Мегатрону. Лишь потому, что они не знали иного лидера. Другие миры, новые возможности для искупления. И да, нам нужно найти еще одного. Так, ладно, значит, ищем еще одного. Ну, давайте, будем искать. Ой-ой-ой, там я вижу уже, что нас ждет. 5200. Это будет тяжелая битва. Ладно, так, 5200, это у нас... Ага. Надо опустошителей сохранить до финала. Они нам пригодятся. Ладненько. Ну-с, погнали. Пошло-поехало. Давай-давай-давай. Чистые комбо делаем. Ага, сделали чистое комбо. Черт возьми, у него броня какая-то. Вот зараза. Так, да что ж такое? Но! Да такой ты уже! Зараза, ты будешь атаковать, или ты хочешь до двух делений накопить, где называется прием «Шишу вернешься». Я долго вокруг тебя плясать буду. Ага. Но! Сдохни, сдохни! Эк. Ой-ой-ой. Эк. Ну чё-то как-то так себе проходит. Выстрелы еще нормально, а вот удары вообще ни о чем. Зарси, по-моему, самая бесполезная атака — это атака в два деления. Вообще какая-то ни энерготёк, ничего. И дополнительных эффектов не накладывает на стандартные навыки ведения боя. Ну, то есть, как-то так себе. Ладно, Арси и Баррикейд. Что там у Баррикейда-то? Ну, все ясно. Бафы продлены. Так. Я тебя постреляю. Да чтоб тебя! Встречный огонь! Ненавижу эту пассивку! Ах ты, зараза! Эк! Во! Да хорош уворачиваться!
все. Фу. Да, порой бывает тяжко. Что-то как-то это, не разогреюсь все. Так, ну тут я думаю мы этого выпустим, Провола. А то одна Арси что-то за всех это... За всех тут кряхтит-пыхтит. Ну... Скажем так, времена нынче такие настали, все за равноправие. Экс. Так что ничему удивляться не стоит, да чтоб тебя. Хотя к Арси это, конечно, не имеет никакого отношения, хотя бы потому, что она и до всего этого обладала выдающимися способностями. Ну! Хорошо, успела. Да как так? Блин. Чё-то как-то какая-то у них броня появилась. Я не знаю, то энерготёк не проходит, то выстрелы как-то не такой урон наносит. Странно это всё. Ладно. Ага. Вот даже как. Ну давайте по левому пути пойдем. Так, ну тут да, опять придется Провола выпустить. Длительность на 75%. А, боже мой. Так, ладно, надо попробовать накопить энергию и контролировать ход боя. О, зашибись, поконтролировал. Да как? Эк. Ай. Иногда думаешь, что вроде как бы увернулся, а иногда и как-то и нет. Странно это все. Какая-то спонтанность. О. Это последний прайм может кое-что объяснить. Этот. Он из обратной вселенной. Я не буду объединяться со злым праймом. Где-то же должна быть граница. Нет, он добрый. Неприемлемо добрый. Это искаженный образ Нимезиса Прайма. Он добрая версия темной версии меня самого? Да, он несет возмездие злу и поклялся сокрушить все линии времени, которые поддались злу. Получается, сейчас на Квинтессе Нове есть Немезис Прайм, всадник апокалипсиса Немезис Прайм и добрый Немезис Прайм? Кстати, а я что-то не задумывался, погодите. Немезис Прайм это стандартный имеется, который... так сказать, злая копия Оптимуса Дабл, а потом появилась зеркальная вселенная. А вот всадник апокалипсиса, я что-то не... А, это, по-моему, вот недавняя миссия была со всадниками. По-моему, как раз еще один. Ну да, в принципе, сходится. Понимаю, в это все сложно поверить. Даже придумать столь запутанную вселенную было невозможно. И тем не менее, мы здесь. Да. Творится черт знает что так. Шатание. Короче, надо тяжелых атак избегать. Я причем могу вернуться от выстрела в тяжелой атаке, но у этого тяжелая атака связана с полетом. То есть он меня перебьет. Он меня перебьет. Эк, ох ты. А это было круто, причем у меня комбинация не слетела даже. Ага. Ну, ё-моё. Эк.
Надо энергию из него выкачивать, так дело не пойдет. Он дофига больно много накопил. Больно много накопил, говоря. И все равно бить продолжаю. Ой. Так, это хорошо. Давай, сжигай это все, сжигай. Чё? Чё это было? Это, черт возьми, что такое было? Не, вы видали? А, я... нанес два выстрела, и, как обычно, увернуться в бок решил уйти, а он сделал два выстрела, но застыл так, будто у него три выстрела было сделано. Это что еще за фигня была? Ой, блин. Вот такие трюки мне в финальных боссах не нужны. Вот такие сюрпризы вообще никак не приветствуются. Ничего себе, сделал два выстрела, застыл как три. Или я все-таки три сделал, но я обычно по два делаю. Че-то какая-то странная хрень творится. Эк. Обалденно вот эта вот способность у него от баррикейда. Вообще ничего не берет. То есть стреляешь, даже если после этого, вот вообще никак, у ворот работает всегда. По сути, неуязвимость. Причем не просто неуязвимость, а неуязвимость с уворотом. Вообще круто. Ладно, финальный бой. Немезис, мы взываем к тебе в час, когда ты нужен, чтобы защитить поток времени. Внимайте и узрите, слава тем, кто чтит тонкую ткань реальностей, мои братья Праймы. Из какой он ветви семьи или речь о круге? Твое легкомыслие в столь темный час — это тлеющий уголь, который должен вспылать. Я слышал о ваших трудностях, и я готов присоединиться к вам. Это было просто безумно легко, никаких подвохов или еще чего-то. А теперь, чтобы убедиться, что вы готовы к тяжким испытаниям, которые вас ждут дальше, я вызываю вас на бой. Бота с клешнями нужно каждый раз тупо стоять, тупо сморозить. Тупость сморозить, ё-моё. Да. Биба и Боба, ну кадры, а? Что Скорпанок, что Спинатора. Так, ладно. Немезис Прайм, отражение... Чё? Ё-моё. Короче, если он идет в блок, он просто все выстрелы обратно отражает, еще и с большим уроном, чем летело в его сторону. Вы представляете, если я так в два деления проведу, и все ко мне обратно прилетит, я очень обрадуюсь. Так. Ага. Да ладно, я же увернулся. Долго эта херня откатываться будет? Так. Ой-ой-ой. Чё-то как-то это... А, отражено! Так... Не, ну тут прямо, знаете ли, хоть и способности у него классные были, но тут банальная элементарная стратегия, простенькая. Атакуй в пробелы и так далее, и все будет ровно. Вот как-то так, миссия выполнена, осталось последние две миссии, надеюсь, мы соберем команду отбитых праймов. Это у нас будет что-то с чем-то.
и будем воевать с не менее отбитым Некротронусом, который, судя по комментариям, представляет из себя там, как написали, что-то живой манифест лени разработчиков, да? Как-то так, в общем. Вселенское зло. А вы что хотели? Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной трансформеров снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.